уважаемые гости, перед открытием и официальной частью под ваши аплодисменты для вступительного приветственного слова позвольте пригласить в центр клетки сотрудника посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации Акунова Алмаза Токташуновича. А также под ваши аплодисменты, дамы и господа, президент Федерации WEF Руслан Кудырмышев. А также президент Азиатской лиги Ахмат Надыр Кадыров. Приглашаем всех вас для вступительного слова. Акунов Алмаз Токташунович, вам слово. Спасибо. Салам сару, урматту мекендеште, урматту Эртаймаш Федерациянын жетекчилиги, өкүлдөрү, урматту Алстар тобу. Здравствуйте, уважаемые гости и зрители этого турнира по кулату Эртаймаш. Разрешите от имени посла Кыргызской Республики, Российской Федерации поблагодарить организаторов сегодняшнего турнира и пожелать удачи и успехов спортсменам. Пусть победит достойный, пусть победит сильнейший. Предварительные бои показали, поединки показали, что ребята очень хорошо подготовились. Достойные ребята. Поединки очень зрелищные. И я надеюсь, в таком же свете будут продолжены дальнейшие бои. Спасибо. Также президент Азиатской лиги Ахмат Надыр Кадыров, расскажите, что будет разыгрываться и поиск какой организации будет разыгрываться сегодня в конце и почему чемпион вашей организации сегодня сражается на турнире WEF. Ассаламу алейкум, Кыргызстан. Здравствуйте, уважаемые гости, любители ММА. Большое спасибо данной организации. Мы являемся стратегическим партнером World Eight-Match Федерации. И как у нас было, если что-то не соврать, более десятка совместных турниров. И обоюдно, в согласовании, мы так предусмотрели, что будет очень перспективно на данном турнире разыграть поезд Азиатско-Бойцовской лиги «Ахмат». И, как бы сказать, порадовать зрителей зрелищными боями. Пусть победит сильнейший, обоим бойцам удачи. В единстве наша сила, в дружбе наша сила. Аллаху Акбар. Итак, уважаемые гости, и, конечно же, слово предоставляется президенту Федерации WEF Руслану Кудырмышеву. Ассаламу алейкум, Москва. Хотелось бы отметить, что действительно только в Москве такой интернациональный, как говорится, болельщики, посетители, любители вообще данного турнира. И хотелось бы отметить, что данный турнир, 54-й уже международный турнир, проводимый организацией WEF, и 5-й именно наш турнир, который проходит в Москве, это, конечно, очень радует. И хочу сказать, что предыдущие бои, 5 боев, мне кажется, были очень интересны и очень зрелищными. И думаю, остальные еще 12 боев будут еще интереснее. Хотелось бы действительно поблагодарить всех организаторов, поблагодарить наших гостей, поблагодарить всех участников, всех спортсменов и тренеров, потому что без них ничего бы этого бы и не было бы. И в свою очередь хотелось бы сделать такое назначение перед публикой и позвать сюда наших именно организаторов данного турнира. В данном случае хотелось бы сделать такое назначение Тургумбаева Нурдина Денишбековича и Мамбетхулова Максатбека Абдуманаповича. Выдано вице-президенту Всемирной Федерации национальной борьбы кулату Эртаймаш ММА по Российской Федерации
WF Волгоградская Маш Федерация за вклад в пропаганду и развитие национальной борьбы Уладу Эрдаймаш и поддержку отечественных спортсменов. Данный сертификат дает исключительное право представлять интересы Уладу Эрдаймаш МВ на территории Российской Федерации и уполномачивать подписывать документы и назначать представителей в других субъектах Российской Федерации. Поздравляю, я верю, что наша команда организации WF стала еще сильнее и будет еще больше и больше идти вперед с такими людьми, с такими патриотами, как вы. Спасибо большое. Вот так. Конечно же, проводим уже общее фото уже с официальными представителями организации WF и спорта Уладу Эрдаймаш. Ну что ж, турнир является официально открытым. Просьба организаторов, соорганизаторов и почетных гостей занять свои места. А мы двигаемся дальше. Официальная часть. С вашего позволения представляем судейскую коллегию. Рефери и боковой судья. Судья международной категории Алексей Евгеньевич Комаров. А также рефери и боковой судья. Судья также международной категории Бабир Назарович Каримов. Рефери и боковой судья. Судья международной категории Игорь Викторович Кананыхин. И главный судья сегодняшнего турнира. Судья международной категории Дмитрий Олегович Саршиков.